Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей игры за Мали Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется прямо сейчас в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Вау. Все разрушил. Да, и убила юнит. Зашибись. И караваны убила. Ну, тут, конечно... Ну, на максимуме стоит, я напомню. Так, я не буду выходить пока отсюда. На максимуме стоит. Ну, еще ГГшку какую-то убили. Давайте-ка я вернусь. Привет, Россия. Ну, там народ встретился. Да, ну тут... Серьезно, конечно. Давайте сугубо чинить. Вот и сейчас, наверное, уже стоит 340. Да, 340. Давайте чинить сугубу. В очереди. Так, надо тогда священное место открыть. Для начала, прежде чем его строить. Да. Что, у меня только... у меня из юнитов только прачник и разведчик, я так понимаю. Да. Охренеть. Может, правительственную площадь тогда построить для ускорения Петры. Причем правительственную площадь вот тут. Привет, Купе. Там народ встречается. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Ну, тут пока все на производстве все равно стоит. Блин, уже 4. Ну это опять же от бури. Так, ну уже 280, да? Нет, подождите, я же только что достроил эту суккубу. Ну все, глючит что ли? Ну вот почему сейчас 340 стоит? Было 340 прошлым ходом и сейчас 340. Хотя должно с суккубой быть на 20% дешевле. Я посмотрю следующим ходом, но что-то мне подсказывает, что это... Глюк. То есть сломали район, когда его устанавливаешь, все, он перестает работать. Перестает быть сугубой. Ну-ка. Да, так и осталось 340. А в другом городе 340. Зашибись. Вот вам и глюк. Если сугубо сломана и починена, то она... перестает приносить свои бонусы. Класс. 5 баллов. Так, а нужно ли мне тут амбар строить? Я думаю, что нет. Потому что надо поселенца доделывать. Привет, Египет. Привет, блин, привет. Они там все встречаются, а я еще ни с кем не встретился. Так. Давайте начнем математику. 3 хода.
Как минимум. То есть политический район. Ну, и вот надо решить, кампус тут строить или священное место. В Ньяне. Вопрос вопросов. Моего тут скаута обижают периодически. А эти никак к Тауденни подобраться не могут. Может мне тут апнуть, кстати, в лучника. Так, счастье вернулось. Тут вообще, видите, тут уничтожили просто. Не, чё, каждый ход проверяю, вернулась ли возможность покупать дешевле, но нет. Я по армии, наверное, последний. Ага. 22 силы. Я бы священное место все-таки поставил. Мне почему-то хочется священное место, а не кампус. Ну, потому что в этом городе как-то, ну вообще, какая тут наука? Правда, и в другом тоже городе какая наука? С другой стороны, кампус просит Окленд, то есть мне выполнить. Ну, это в другом городе, как где-то кампус строить, я считаю. Так, давайте я апну. До лучника все-таки. Селенец. Тут мы это достроим. Да, ну, конечно, производства тут очень мало у этого Мали. Надо как-то придумывать на самом деле, как эту проблему решать. Я не думаю, что вот здесь в начале. Так, где мы. Я хочу город, наверное, вот тут поставить. В этом месте. Как-то подвисает. Сетевых. Потом, наверное, вот тут. Сюда. Слушайте, а я могу только за веру. Только в здании коммерции можно покупать. Жалко. Так, значит, сюда ведем посела. Здесь. Давайте, наверное, все-таки священное место быстрее построим. Нам Петру надо строить. Так, математику отложим. По звездам хода 2 пооткрываем. Ну, конечно, только я апнул в луки, все куда-то делись. Блин, мне. Я хочу просто купить поселенца. 400. Но увеличилось. Вообще, надо дождаться этой сугубы, когда она построится. Она все никак не достраивается. Ух ты. Как вы сразу налетели. Кстати, тут улучшилась клетка. Так, производство.
Три хода священное место. Ну, очень долго строится. Тут надо... Малей надо делать, чтобы была возможность покупать за веру и за религию районы. Она, конечно, есть у Рейны в третьей прокачке, но то, что я вижу, тут просто тупо нету производства у Мали. Это невозможно. Религия... Золото не компенсирует то, что вот мы получаем. Не знаю, может, они как-то там высчитывали, но по ощущениям намного медленнее у меня все. Конечно, место прям тоже не фонтан. Так, ну и кого мы возьмем? Рейну, наверное. Ну, лошадки. Ну вот, кстати... Да, привет. О-о-о, лошадки к русскому, миль. А почему я не могу... А, я еще политическую философию не открыл. Ну что, сугубу строим. Ну, пожалуй, Рейну все-таки возьмем. Ну, тут все обработано. Коров этих обрабатывать или к железу идти. Наверное, к железу стоит. Я сейчас город поставлю. И надо в политической философии плюс 100 взять к строительству лодок. Мне две лодки нужны. Так. Давайте переключим пока на судостроение. Надо как-то народ найти. Но я по счету, наверное, последний сейчас. Ага. С одной стороны, надо уже покупать здесь посел, а с другой стороны, как-то опасно. Ну ладно, надо покупать. А, стоп, мы ждем, когда сугубо достроится. Так. Может, античную республику взять в данном случае? Нет, это 15% великих людей. Нет, олигархи. Так, против варваров это можно убирать. Плюс 2 влияния. И строительство. Создание поселения. Так, здесь ставим плюс 100. Создание морских юнитов. Здесь пока строителя. Здесь открываем дальше исторические хроники, пожалуй. Не, ну я в героический-то выйду. 14 ходов осталось. Это корабли. Плюс можно мечников сделать, например. Тем более, что это купить могу все. Ну вот, волнительно. Так. Священное место построили, математику открыли. Так, Петра. Нет, не открыли мы нифига математику. Один ход. Пойдем в ученичество дальше. Так.
Амбар. Святилище, поселенцы 400. И здесь все еще 400, да? Кстати, счастье. А у меня такой вопрос. Уникальные юниты Египта, которые заменяют тяжелую колесницу, они относятся к кавалерии или к юнитам дальнего боя? К юнитам дальнего боя, и они апгрейдятся в арбалеты. Спасибо. А с кем там у вас война? У меня просто сосед, Тамирис. Повезло. Так, ну вот, и сколько тут стоит теперь? 320. А русские тут то со скифом воюют. Суккуба, поломанная суккуба не работает. А, всё, спасибо за информацию. Мне эти галеры покупать? Не, ну без сугубы, то есть смотрите, тут она стоит 125, а в сугубе 100. Ну, давайте здесь торговца купим тогда и потом в Кумбисале купим торговца. Сюда отправить и дождаться строительства кампуса в Ньяне, где Петру строим. Ну не с центром города явно. Где вот ее поставить, чтобы она... Священное место, да? Денег вроде и много, с одной стороны. А с другой... Ну как-то... Ой, блин. Еще и лучник тут. Так, это мы отправляем... Кумбисале, наверное. Вот в Кумбисале можно... После сугубы. Ну, смотрите, вот... И вот это только купить можно. А, я их даже купить не могу, эти здания. Вот как развиваться? Я не могу здания в правительственной площади купить за деньги. А строятся они медленно, потому что для Мали производство Москва обрезано. Москва падает. О, интересно. Что говоришь? Москва падает. Ну, Москва-то падет, но против Наполеона тоже Москва падала. А тут скифы. Ну, а что ты предлагаешь? Москва под чьим напором падает? Скифов. Ну что, галеру построим? Тут 3 хода, тут 5 ход. Построим... А, и тут 3 хода. Нормально, построим галеры. Долбаные варвары убили мне
разведчика. Просто зашибись. Я не знаю, как мне тут пробраться. Так, ну, наверное, камень стоит обработать. Кладку, навигацию по звездам откроем. Потом ученичество. Так, давайте, пожалуй, мистицизм. Просто получить посла, во-первых. Во-вторых, поменять карточку на... Изоляционизм. Я очень сомневаюсь, что я тут быстро поставлю город. А Окленду мы третьего посла отправим и станем его сюзереном. Тут торговца. И еще одного могу торговца, но это денег пока нету. Сколько стоит? 115. Да, что ж, ну, потеряли Москву, ну, пока защищаемся. А что ты предлагаешь? Какое ты можешь выдвинуть предложение? Нет, тогда лучше повоюю еще. Здравствуйте. Здрасте. Прикол в том, что я до сих пор еще никого не встретил. Так, ну хоть Окленд стал моим союзником. Так,
что-то я... Вот это, конечно, очень хреновая ситуация. Не могу города поставить. Там все чудеса строят. Но мне надо Петру достраивать, несомненно. Так, и тут, наверное, сугубу надо делать вот здесь. Дальше идем в исторические хроники. Ну, я уже в героическом веке, это понятно. Так, рынки я, по-моему, везде купил за веру. Что у меня с пророком? По 2 очка. О, блин. Опять, смотрите, мне опять сломали сугубу, и она опять, не, наверное, не будет работать. Зашибись. Да ё-моё. Ага, тут у нас сплошные варвары. Покалечимся. Тут отправляем в Кумбисале. Блин, я забыл карточку темную на изоляционизм поставить. Строителей надо убирать, конечно, надо на чудеса поставить. Скорее. Так, еще города можно поставить. О, какой-то остров вон. Неплохой, кстати. Строение откроем. Потом, наверное, мечников. Блин, мне надо как-то с этими варварами расправляться. Надо юниты покупать. А мне эти сугубы постоянно ломают. О, блин, тварина. Бля, ну это... Еще купить ничего невозможно. Ну хера ты не лечишься здесь. Россия вообще близко оказывается. Он всех встретил заход сразу. Ну, практически всех. Жалко, набрал очки лишние. Ну, тварь вот стоит здесь, что его не обстрелять никак. Юниты хер знает сколько строятся при этом. Так, давайте тут ремонтировать. Вот 11 ходов строится, что ли, вообще нормально. И купить не могу до сих пор. Это меня прикалывает. А, я хотел посмотреть, как там с наукой у всех. Ну, по науке, как ни странно, одинаково. Я думал, у меня совсем без кампусов грустно будет. Зато вот культуры тут у людей побольше намного. Ну и по счету, что у меня? Я последний, да? 159. Да, ну... Я думаю, просто не лучший вариант цивилизации выбрать играть на счет. Просто потому что... Тупо невозможно чудеса нормальные строить, нету производства никакого. То есть тут все производство в деньги идет. Если бы можно было эти деньги тратить на что-то. Твари опять окружают.
Так, здесь подождем. Я хочу здесь сугубу поставить. Вырубить лес. Ну, вот эти красители хотя бы получить. Жемчуг-то как-нибудь уже доберусь. Ну вот юниты, ну вот как тут покупать юниты, если у меня багнутый район? То есть вот здесь юнит стоит лучник 120. И столько же стоит в няне, где сугубо починено. И то же самое, видимо, да, в кумбисале. Все, сломано, то есть... Замоли на данном этапе играть с этими, со всеми природными бедствиями нельзя, потому что они просто ломают ваш район, который перестает работать. Здорово, да? Так, а кто это на кого нападает? Скифы. Скифы нападают на Россию. Историчненько.
Вау, красота. Вот, вот Петра заработала. Вот это сейчас мощно будет. Сейчас у меня в столичке хорошо пойдет. Так, что мы тут построим? Кампус. Святилище. Вообще надо бы пророка, конечно, да? Давайте святилище. Смотрите, варвары за моим чисто этим. Торговцам охотятся великим. Так, все в Окленд. Даже не это. Не храню послов, потому что очень важно. Вот тут еще можно будет города поставить. Видите, короче, мне надо путь к победе, героический век. И за веру, видимо, покупаем поселенцев. И надо вот с этими варварами разобраться еще каким-то образом. А за религию, за золото покупаем юниты. Надо разбираться с вами. Тут ставим города. Тут как минимум. Давайте смотреть. Раз, два, три. Ну, не знаю, на месте того же варварского лагеря город ставится. Так. Дальше. Раз, два, три. Ну, конечно, сюда город ставится. Англия объявила войну Египту. Дальше смотрим. Сюда город ставится, сюда и сюда. Для этого мне надо, кстати, в каравеллы выйти, чтобы плавать. Блин. Вот, слушайте, ну они утомительные, ну. Подождем, когда эту клетку добавят. Торговца построю. Что, вера? 2, 26. Ну, через ход должна быть, получается. Холмов, конечно, маловато для Петры. Ну ничего, сейчас выйдем в героический, накупим рабочих, обработаем тут все, и надо будет накупить еще поселенцев. Так, я уже на 4-е место поднялся. Ну, 50 очков. 50 очков, это сильно. У него... сколько? 5 чудес у Египта получается. Сдохла тварь. Блин, что этот лучник теперь будет меня обстреливать? Господи, да когда ж вы умрете-то все там? Ну, серьезно, этих варваров просто
немерено. Блин, не могу встать. Так, священные. Снова плюс два. Да что ж такое, я ж этот построил. Гавань? А где тут гавань можно построить? Ого! Что могу гавань построить, ладно. Давайте, наверное, монумент. Дальше... купим всадники 160, а здесь, ну вот, вот подстава, я не могу пользоваться своими городами, потому что там не работает эта хрень с покупкой на скидку. Ну это же подстава. Не знаю, что мне амбар тут стоит построить. Кстати, и торговцами какие-то хреновые. Ладно, сейчас героическая эпоха начнется, будем покупать. Угу. Так, что мы добавим, какую клетку? Давайте вот эти холмы обрабатываем. Жемчуг. Героическая эпоха. Все вышли в героическую? Нет, не все. И начинаем скупать первых торговцев, вторых строителей. Вот сейчас этот варвар разрушит мне этот район, и что? Все? Типа, опять скидка пропадет. Так, и у меня 20 ходов, чтобы города наставить в большом количестве. Амбар. Ну что, давайте поселенцев, наверное, и строить, и покупать, и все вообще делать. Так, одного из... ё-моё! Из Нияни отправим. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!